Приветствую вас, уважаемые мои подписчики и гости канала. Приветствоваться приходится в каждом видео, потому что не все заходят в заглавное, скажем так, а остальные идут попутно. Ну, поэтому так, не повредит. Значит, второй мой прудик, который находится в 100 метрах выше того, тот внизу там я снимал. Значит, размеры этого прудика 8 на 18, ну, немножко эллипсом, там больше, тут меньше, там с той стороны будет 11, тут 8. Банька у меня тут, можно при желании из баньки, если прорубить прорубь, можно нырять в воду. Но я не любитель острых ощущений, поэтому я не ныряю в воду с баньки. Ну, наивыше когда-нибудь снегом обтереться, да и все. Значит, глубина этого прудика 2 метра. Был он на порядок выше воды, чем сейчас. Предназначен для сбора воды с... Здесь плывуны, короче, и очень... Вода долго весной стояла. Теперь он все стягивает и решает эту проблему полностью. И уже вода в нем стала ниже. Ниже, вот как здесь этот хвощ, этот болотный хвощ вот растет. Я когда-то садил его, 4 куста по периметру. Вот он теперь оказался выше уровня воды. Но неважно, все равно там копалось... Где-то более 3 метров в глубину, в центре две ямы, тут, с этой стороны и с той стороны, посередине тоже перешеечек небольшой. Ну, пусть сейчас 2 метра там будет железно. В прошлом году, летом, по крайней мере, так было. Ну, можно для всего еще сейчас, поскольку замерзшие, можно проверить. Ну, вот это мне не суть важно. Вот так вот он выглядит. Значит, дал я ему зарасти камышом, аиром и еще там рогозником каким-то. С этой стороны большая яма, еще брошены, как это, пни от деревьев корчеванных, несколько штук. Они уже утонули, вот один торчит еще с земли. Вот, здесь у меня один карась. Значит, вот это, что такая луночка тут, но там еще для всего пробитая. Вот этой луночки, здесь, я думаю, с этой стороны все они летом тусуются и сидят в этих камышах. И с этой стороны глубина, на которой они зимуют. Здесь, значит, один карась, и вот этого вот такой лунки для него достаточно. Я время от времени прохожу, стоит лопата вон возле баньки. Просто лопатой туда-сюда пены наделал, загнал туда воздуху. Значит, это будет третья зима, как они здесь, как этот прудик у меня существует. Значит, мора не было. Ну, карасю это, собственно, не суть важно. Есть у меня планы на этот прудик на следующий год, о которых я поведаю попозже. Ну, говорят, нельзя наперед заглядывать и рассказывать о том, что планируешь делать. Но думаю, будет интересно. Интересно, почему я решил снимать видео про прудики. Больше всего просмотров набирают видео про прудики. Как ни странно. Людей очень интересует, хотя у нас личное подсобное хозяйство посвящено выращиванию ежевики в теплицах и открытом грунте и других там редких растений. В основном редкие. Огромная коллекция редких растений. Но тем не менее прудики как бы интересуют больше, чем, скажем, саженцы там других растений. Ну, кому интересно, зайдет на сайт, посмотрит и про другие растения. Ну, в общем, буду снимать о прудиках больше видео, потому что и люди просят. Значит, что еще для особо продвинутых? Я как бы в этом плане не особенно шарю там во всех тонкостях. Я делаю так, как я знаю, как я там начитался, советов мне выбрал из советов лучшие, делал. Так что мне не важно, палец вверх вы поставите, палец вниз, совершенно не важно. Я не подписан ни на какие там монетизации и так далее. Это просто для таких же любителей, как я, вот это все снимается. И все остальные мои ролики тоже для этого. Так что, как говорится, мелочь, что неприятно, но для меня это не важно.
Ну вот так. Еще есть один прудик. Сейчас пойду на него и сниму, покажу, что там. Значит, здесь пока один карасик. Да, еще должен сказать такое. Первый год я закинул сюда два десятка больших карасей. Ну, больших, относительно больших. Там грамм 350 они, наверное, были. И они дали потомство за первый сезон. Вот это уже камышики были, выросли к осени. Тут их туча плавала. Столько было мелочи, я просто отлавливал там на речку, на пруды, на соседние кидал, где не такие заброшенные, там ничего не было, повылавливали все. Поэтому карасик здесь хорошо размножался. Но пошел, откуда-то взялся в прошлом году жук-плавунец. Я не знал, что это за такая тварь, но мне уже потом в видео, в комментариях подсказали знающие. И я в прошлом году смотрю, что-то нет, а такие больше поставались и много, ну, там, я не знаю, сколько много, и там 1500 штук, больше, никто их не посчитает, их много плавает, но они уже такие, грамм по 50, по 70 повырастали, и он их, наверное, не трогал, но мелочи было очень мало в прошлом году. И начал я ловить этого жука. Ну, я думаю, что я с ним тоже справлюсь. Покажу, как в следующих видео. Ну, на разе с этим все. Пойду дальше.